Эй, раз-два, проверка микрофона, все идет нормально. Сегодня проснулся и такой, смотрю на билет, а его... У нас... Не знаю. Привет. Всем привет. Куда мы едем, Зарина? В Астану. Shift. Это поезд 64, ой, 624. А это что? Ну, это поезд, а вагон-то у нас не 600. Да ну ясен хер. Да. Просто на поезде написано 068. Свое напряжение. Че, как трени? Заебись. Нормально. Ой. Ну, я не тренил. Я тренировалась. Я сделал гель-флай. У меня новая поцарапина на... Все, интро. Блин. Все, ты прошел пристрелеп. Yeah. У меня все, в сборе. А. Ну, я спасибо большое. Хай, хаюшки. Роллтон на пути. Смотри, комар. Я убил камеру. Я убил камеру, сука. Живодер. Магазин. Он прям в курилку. Алло, администрация, где мы? Не знаю. Сколько время? Время. 5 утра, 5 утра. Мы что, на концерт Оксимирона приехали, что ли? Какие 5 утра? Вон выход. 5 утра. Ты забрал полотенце? Да. Зачем? Так в подарок же дают. Отдал. А чё? Не знал. Чё, не моешься дома? Нет, я не знал, я дома полностью сейчас сдавать. Да я шучу, все правильно ты сделал. Ты в Астане, друг мой. Ты что думал? Ты что думал, здесь летающие тарелки? Я думал, сразу байтерек надо поставить. Летающие тарелки, да? Байтерек там. Не делал. Что не так? Все нормально, экспонат. Что надо? Нормальный экспонат такой. Это, короче, пятак для гопника. Хорош. Встань грациозно. Встань на руку, сможешь на руку встать? Ты как гайер стоишь. Ты петуню помял. Я сам в жопу провалился. Да. Встань. Где мы? Каждый раз, когда тебя снимают, тебе лицо пугается. Да. Так не кончается, убить не кончается. Телька, как дела? О, за осетом пришли. Осет, за тобой пришли. Тебя нашли. Адиль, расскажи, как тебе встречать питерских гостей? Классно. Классно. Заколебали, да, хозяине чуть спят, где хотят. Все нормально. Ну, я, короче, поспал. Бля. Я опять поцарапал, что ли? Ёпа. Аня. В общем, вот. Я бы спал у него на полу, пока на мне спала кошка. Или не спала, не знаю, что она делала. Но она кастрированная, и это меня больше радовало. О, дождь. О, дождь. О, проход. О, дождь. Ребят, как настроение? Дождь идет хуево. А я в шортундыках. В шортах или? Я такой. Питерский гуляка. Питерский гуляка. Сибирский гуляк. Сибирский. Зачем очки, брат? Буферы залезли на стройку, пока нам не дали люлей. Шик-шик-шик-шик-шик. А, щит. Щит, а, нет, можно. А, это парковка, ёпту. А я-то думал, мы сейчас залезем куда-то. Мама, я в Дубае. Ром, смотри. Ром, я, короче, нашел сборную Казахстана по ловле покемонов, смотри. Не знаю, видно или нет, но это что? Не, что, они как будто... Они покемонов ловят, по-любому. Нет, наверное, ловили. Это ловцы снов. Голос Бастерс. Сборная Казахстана по ловле покемонов. Америку вздернем.
А вон наши покемоны идут. Эй, покемоны! Эй, покемейкер! Покемейкер. Мы должны пройти эту арку, чтобы нас не убило молнией. Я просто фильм какой-то смотрел. Там, где он проходил какую-то арку, и, короче, их там молния убила. Если ты чистый душой, то ты пройдешь. А если ты лжец, то тебя убьют. Вот, и мы должны, короче, пройти эту арку, чтобы нас не убило. А погода вообще говно, конечно. Вот, мы чуть-чуть уже дошли. Сейчас мы должны пройти и... Справа. Я хочу сфоткать свет. Нас не убило! Нас не убило, блядь! Я живой, мама, я живой! Okay, so we are many B-boys. Hello. Please, I just have a wish. In my workshop, when I'm teaching, I think makes a big difference, yes? What? Ё-моё, ты уволен. What did you explain before? Like this, he controls. It's like, okay, now I'll give you the bomb, right? I can feel, but what if there's like fighting? Because if you have a problem. Nice. One round. One round, yes. Better because you push with this, right? Yes. Yeah, but push with this. Скажите, пожалуйста, где вы сейчас были? Мы только что были на мастер-классе от Сисо. Сисо. Это, наверное, from Italy. From Maracuja. Maracuja. Че, как тебе? Ну, да. Памперс. Памперс. Сука. Это... Ладно. Да, на лавочке памперс. В общем, все было хорошо. Я почти научился свайпс, флай свеча. Все. Все, что я помню, все. А, и Стас Камикадзе говорит вообще такой на своем маракуйском говорит, вот ты вообще дурак, Камикадзе. Нельзя так делать. А Стас такой, ладно, окей, окей, да. И опять так же, и в стену, как ногой. Там в стене вот такая дыра. Бля. Ой. You crazy? Yes, I sure. Yes. Он говорит, трень, блядь, чувак. Трень, и все будет нормально. Трень, и ты выиграешь. Ты его научи, то он так делает. Я говорю, просто это не ставка, ты делаешь все чисто, все. Просто вот когда ты делаешь, вот экшен. Вот ты делаешь все легко, и все думают, да, типа, а, он не упадет. А все ждут, типа, что пау, в цирк приходят на циркачей смотреть. Что думаете, они хотят вот в зрелище видеть? Они хотят, чтобы кто-нибудь пизданулся жестко. Вот, и я такой, вот у меня такой став. Типа, делаю флай, свайп по полтораха, такая прям в землю жестко прям, чтобы разрывалось. Все такие, оу! И вот эти меня запоминают. Вот, у меня свеча точно такая же. Вот, она должна убийственно быть, я считаю, да. И Чика такой, сразу выделил, такой, говорит, все, ю камикадзе, yes. Вот, не забывайте ставить лайки, подписываться на этот канал. Мир, мир. Чигиряп, чигиряп, чигиряп. Hey, yo, guys. Я, короче, понял, знаете что? Я на мастер-классе у Чика английский прокачал. Yes, left, right. Что-то вроде слова different, да? Да. Окей, guys. Окей. Красота, просто. Здесь надо. Nice, good job, man. I'm... Nice. Feel in. Stay. Стоп. А, наша банда. Эй, банда. Stretch your body. Stretch your body. Your legs. А этот? Крот, ты крутой. Мне сказали, что я на тебя похож внешне. Скоро буду похож на тебя в муви. Ты крутой. Свечка. Вообще. Я не слышала, что ты. Когда потом?
Вы сегодня будете вообще звезды моего блога. Потому что самый интересный персонаж этой тусы. Потому что все не любят говорить, а разговор... Вот сначала было слово. А слово было такое. Идешь по саку? А слово это было овес. Овес? Так почему оно, овес? Вкусный. Овес. Ну, наверное. Давай так будем идти, так версию. Я умник, motherfucker! А, я motherfucker! What the fuck? Прикольно ходить и ничего не делать. Да. Ну, на самом деле, не мы, сильно в принципе, прикольно? Так живем. Это наш стиль жизни. Блин, прикольная аллейка. Мы просто хотели вам показать. На самом деле, очень скучный какой-то. Пищицы! Йоу, гайз, вы готовы? Ори громче! Эй, мы вас не слышим, руки в воздух, эй! Рано еще? Сейчас тебе поздно будет, походу. Сет отключился, смотри. Три люди остановились посмотреть на это. Простите за маты. Все, в животе еще это ощущение будет сломано. Гречка уже на подходе, отвечаю. Сука. Убирайте детей, будут маты. Материться, бля. Кстати, я понимаю все это. Я почти не матерился. Ты какой-то бледный. Фу. Потом такое я с ним разнял. Нормально. Таких не берут в космонавты. Так, друзья, следующая станция. Space Gun. Как тебе ощущения после центрифуги? Я что-то еще реальность осознаю. Как будто меня постирали. Нет. Смотри. Нет, это стоящая херня. Че, как тебе впечатление? Обосрался, ебать. Ну, у вас, по идее, жестче, блин. Я честно, чуть-чуть привык, а потом не привык. Пару раз прям яростные были. Нет, очень страшные. Я думал, что я разобьюсь. Я горло надорвал орать. Ну, пошли на следующий хуёвин. Не. Идёшь? Очень-очень понтово, на самом деле. Опять материться буду. Мама, прости. Не, хуйня, не страшно. Епа! Страшно, блядь! А, нет, все, привык, понятно. Очень хуйня. Реваль, как дела? Пацаны, как? Зарина, держись! Зарина в оморок упала. Представляете? Простите за маты, люди! В эфире программа «Орел и Орешка». Это представление для тех, кто пришел сюда и нету денег. Эй, вот оно, что у нас здесь? Забита людьми.
здесь мой мобиль. Сейчас подъеду. Доброе утро. Это второй день. Мы готовы. Снимай. Мы тут с другом. Друг, ты готов? Вообще. Эй, помочка, возьми сюда. Мы готовы. На голову помыть. Ром? Как дела? Если вы до сих пор смотрите этот видеовлог, вы очень терпелировые, да. Но потом в конце не говорите о том, что «О, твою мать, зачем я потратил свою жизнь на это?» Можете сразу уже прямо сейчас выключить, дальше ничего интересного не будет. Потому что мы идем на вокзал брать билеты, а потом, не знаю. Смотреть на судейство. А потом будем смотреть батлы. Как будет вот этот вот дядька? Все. Вот, видите? Эй, азиат, повернись. О, он уже готов. Кайрат. Вот, Кайратик будет выступать. Я бы не Кайрат зовут. Стоим около Хан-4, прибарахлились. А Сету сейчас участвовать, он устал очень сильно. Ты готов? Да. Ебашит весь. Я поверил, что ты сделаешь. Freestyle represent Johnny, Danger Johnny, in a Rainbow BC One, Astana Cypher. Right now? Right now. The second place. Second place. Vibo Amir получает wild card. Yeah! Я отправляюсь тоже в Алмату. Yeah, congratulations, guys. We need to take a picture. This shit here feels like a whole of time. Чё, как дел? Заебись. Как впечатление твое? Бля, вообще не верится. Не верится, да? Бля, ты... на работу отпрашиваются эти ёбаные уроды, в Алматуре сидят. Ещё и полечу первый раз в жизни, прикинь. Ты сам как чувствуешь, готов? Конечно. Буду хуярить. Это сегодня хуйня была? Да, заебись. Я не подготовлен был. После работы.
После работы? Да, я отпросился с работы. Ну, я знаю, что ты работаешь. Каждый день хуяли, хуяли. Че, кому привет передашь? Я всем, нахуй, пацанам, я отвечаю. Ну, ты сделал все как надо или чувствуешь, что ожидал больше от тебя? Все заебись. Все заебись. Все заебись. Какой канал? Давай, давай. Это я его менеджер. И что тебе дали, короче? Давай, давай. Это Red Bull, ты спонсируешь. Сегодня победитель является B-Boy Danger Johnny. Меня вообще тошнит, я сейчас на камеру уебу. Давай, давай, давай. Это трэш, мы ждем это. Ты что скажешь, Гайден Спирит? Winner Danger Johnny. Danger Johnny. Справляйтесь от всех, мы фотографируем. Спасибо тебе за вдохновление. Спасибо. Это был B-Boy Johnny. Экибаз здесь, Dangerous. Всем привет, а я. Все, ждем тебя в Алмате, окей. Удачи. Второй раз побываю в Алмате, прикинь. Охуел. Давление поднялось. Как тебе туса? Нормально. Мощно. Че, какие впечатления? Мощно. Мощно. Ты ожидал большего или все было как надо? Не, ничего не ожидал. Все как было, просто. Ну ты доволен собой? Да. И... Только полфинале что-то забороло. Нормально. Все. Все. Павлодару привет. И... Мани-мани. И можно пару слов. И... Че, как тебе впечатление? Стандартный вопрос. Да. Отлично, все круто. Соперники достойные. Все отлично. Очень понравилось. Стоило ехать? Да, конечно. Стоило. Вот, это был мой последний шанс, но, к сожалению, я не выиграл и не получил даже wildcard. Ну вот так вот. Шанс всегда есть, надо просто идти всегда вперед, вперед тренироваться. А, как насчет судейства, думаешь, все было как надо? А, я не знаю. Твой взгляд конкретно. Именно. Я считаю, что прямо конкретно не проиграл, можно было даже тайдать, как бы вот. Ну, это мое мнение, просто вот. Как бы, не знаю, для меня Макс, ну, как бы хороший, нормальный танцор просто. Для меня просто оказалось так просто банально, понял, да, вот то, что обычно там, вот это вот, стандарт, короче. Вот. Ну, вот как, короче. Опять ты пришел. Короче, в декабре запускается новый сайт bboychance.org. Это рейтинг-система центрального азиатского брейкинга. Вот так вот. Все батлы будут мониториться. Есть видосы? Да. Покажи, пожалуйста, свои батлы. Подожди. А? О, в дальнейшем. В дальнейшем как будешь готовиться? Куда? Именно на Red Bull стремишься еще, чтобы прям выиграешь? Ну, у меня прямо... Не только Red Bull, конечно, да, вот много планов, много не, планов. Не, именно поэтому, по этой тусе. По этой тусе, ну, конечно. Ну, вообще отличается или нет от других батлов? Да, Red Bull, да, по-своему как бы отличается. Другой уровень, по-другому. А вот региональный батл, который у вас проходил, там как атмосфера была? Атмосфера вообще то же самое, как кто, здесь. Кто выиграл? Да, выиграл мой сокомандник, B-Boy Damik, с команды Supersonic. Он выиграл, я ему проиграл в полуфинале. Вот так, короче, все ништяк было, в Атрау тоже очень жаркий батл был. Wildcard получил B-Boy Pipa, короче. Серега. Ну все, удачи тебе, удачи твоей команде, развития, все, привет. Спасибо. Мирам, ты заценил, да? Когда музыку. Итак, рубрика одних и тех же вопросов, это B-Boy Crow, Астана. И сантехник Скрю, как тебе впечатление? Нет, сантехник просто не впечатление вообще кайф. Нет, спасибо. Red Bull вообще кайф, нормально. Да, ожидал ли ты большего или вообще как ты готовился, не готовился? Я вообще не готовился, 2 недели не тренил. И тут смотрю Red Bull и решил поучаствовать. И тут дошел до полуфинала. Ну, ты рад или мог? Конечно, рад. Мог бы и дальше. Да, не, я мог бы и дальше, если бы тренил. Ага. Просто я что-то тяжелым стал. Финальный батл, ну, не финальный батл, в последнем батле, в котором ты участвовал, как думаешь, судейство правильно проголосовало? Или да, правильно. Или тайбрейк? Конечно, правильно. Нет, ну... Ну, твой взгляд вообще. Мой взгляд правильно, да. Я проиграл, честно. Типа движух мало. И чего пожелаешь? Да, движух мало. Кому пожелать? Ну, себе, вообще, может быть, команде, маме, папе. Всем желаю мира и добра.
Развитие. Все. Развитие. Все, спасибо, это был Бибой Укроп. Давай, йоу, пис, им тебе. И это диджей Али Джаз, город Астана, КРГ Флейва. И стандартный вопрос, как тебе впечатление от этого батла? Короче, ожидал в финале увидеть Сержа из Ридера, потому что он для меня является очень респектабельным бибоем. Я уважаю его за его оригинальность, подачу. Вот, я ожидал его в финале и Адиля. Адиля, потому что он завоевал мое сердце. Он очень круто танцует, и он прибавил очень-очень. Поэтому. И вот. Думал, что в финале будет Серж и Адиль, но это лишь я так думал. У судьи другое мнение, поэтому вот. Насчет судейства со всеми вариантами согласен? Да, потому что это опыт более Чико. Более корректно, да? Дело не в том, что корректно, некорректно. Это Чико, он танцует с 95-го года, и он к этому пришел. То есть это его взгляд, как бы за это его ценят и уважают, поэтому это его выбор. Здесь нет такого, нравится, не нравится. Баттл – это судья, это… И по поводу музыки, как, ну, вообще, короче, ну, честно, меня прокачала твоя музыка, которую сегодня… Спасибо. Да, единственное, что мне не нравилось, допустим, когда бит был прям вообще сочный, и никто не выходил, как ты сам на это, ну, реагируешь, когда вот так люди… Поскольку, ну, поскольку я также бибой, я понимаю в некоторых моментах их, как сказать… Это дело ситуации. Угу. Это все ситуативно, то есть нельзя предсказать. А вдруг там соперник, на которого ты давно точишь зубы, и тут такой. Поэтому это тактика. Всегда будет по-разному, все ситуативно. Угу. Видишь, сегодня дождик, завтра солнце. Все, все. Все, спасибо. Это был диджей Али Джаз, КРГ Флейва. Все, все, спасибо. Удачи. А сейчас в эфире у нас обладатель Wild Card Red Bull BC One, Cypher, Астана, едет в Алмату. Как впечатление? Я что-то еще не понял ничего вообще. Я вначале в Джима как-то выходить что-то стремался, а потом бац, что-то закрутилось. И последние выходы как тебе? Последние выходы? Ну, тяжко, не тяжко, там, музыкально, не музыкально. Сам как считаешь? Я перед выходом впечатление, уже говорил то, что буду чисто фристайлить вообще. Фишки все кончились, вообще не знал. Вспомнил, да, вспомнил то, что делал 3 года назад и перестал делать, потому что это стрёмная фишка, все эти фишки вспомнил. Они пригодились в финале как раз, и вот и последние 3 выхода были очень тяжелые. И тема. А как считаешь, достойный оппонент или нет? Да, чувак очень крутой. Мнение судьи. Ну, мнение судьи, ясен хуй тебе. О, Чико, ты чё, Чико бог. Чико прав. Чико прав. Молодец. Ага, окей. Ну, это сравнится с вчерашней каруселью, на которой ты катался? Ну, у меня выход по Power Mode 20 секунд длится, а карусель была где-то минута. Так что карусель была круче. И как ты будешь, не будешь, приедешь, будешь отдыхать или будешь готовиться на… Готовиться, конечно. Джуз, красавчик. Готовится. Все, этот… Молодец, ваш сайт. Люблю, целую. Спасибо. Вот, ну, в принципе, клево, что вот мы идем. Такие вчера катались на карусели, буквально не думали, что что-то такое подобное будет. Бах, вайлдкард, ну, мне кажется, это более чем охерительно. Я приехал посмотреть на свечу Чика, вот, не увидел его свечу, но зато вот. Ну, мне кажется, в Алмате еще увидишь. В Алмате увижу, да. Вот, и будем надеяться, что я тоже… Ну, не вайлдкард, но я тоже поеду в Алмату поддержать своих чуваков. Собираешься, серьезно? Да, обязательно, все, по-любому. Все. Так что вот, и память у меня заканчивается, и, скорее всего, дальше и нехер будет снимать, мы будем кушать. Ну, на прощание, наверное, еще там, в поезде что-нибудь заснимем. Подписывайтесь, вот. Ставьте лайки. Хэштеги. Комментируйте. Инстаграмте его, друзьям. Лайки. Да. Ну, думаю, вначале нихера не интересно было. Но если ты досмотрел нас до конца, ты крутой чувак, и да, можешь подписаться. И ты лайкнул, обязательно. Самое главное, чтобы я это все выложил, как обычно, ну, смонтировал, потому что у меня миллиарды гигабайт всякой хиромантии. На самом деле Стас это забудет. Сейчас прошло где-то год, Стас смотрит видео старые, просматривает это видео и вспоминает, и такой, блин, я забыл это все смонтировать. Стас, привет. Все, надеюсь, я буду дальше тренироваться, как тренировался раньше, потому что немного отошел от дела из-за работы, поэтому, ну, в принципе, мне моя работа нравится, может быть, в скором будущем вы придете на мою выставку, и будет это круто. А пока что вот этот
Думан, здание, где я проходил весь сайфер. Так что вот, вот этот чувак, это тоже Чика в старость. Шучу, ладно. Так, ладно, всем счастья, здоровья, пока. Ребят, эй! Моим подписчицам, маленькие мои, мои маленькие, пока. Музыкальные композиции мы заканчиваем, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь. Бра! Не плачь, моя маленькая.